Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Рома, и сегодня мы играем в CS2D. Это что-то типа CSGO, CS1.6 в 2D, вы можете видеть сейчас. Эта игра достаточно старая. Я точно не знаю, сколько ей, но я точно знаю, что ей достаточно много. Вот. В эту игру я наиграл где-то 14 часов, почему я не играю? Наиграл где-то 14 часов на своем основном аке, я сейчас на втором просто. Вот. Тут такая прикольная система, куда ты посмотришь, туда и светится, как бы, вот. Ой, я парашу купил, пацаны. Можете меня похвалить. Так, взял калаш. Я не знаю, насколько я хорошо на самом деле играю, но мне кажется, достаточно хорошо. Это не точно. Зачем мне АВП? АВП тут вообще неудобно. Как оружие. Ладно, тут бы я никак не затащил. Видите, типа, мой второй аккаунт. Типа, я из Мозамбика. Вот. Давайте возьму Дигл все-таки на этот раз. В тот раз я мискликнул немножко. Ну, это мой любимый серф. Опять же, на основе именно. Но сейчас я вообще не на основе играю. Так, давайте на этом видосе соберем хотя бы 50 лайков. А то типа вы что-то вообще лайк не набираете, я в шоке. Немножко. Эх, обидно, конечно, да. Обидно, досадно, но ладно. Еще на реакцию возьму. Почему не я его убил? Странно. Очень странно. Теперь я убил. Вон, видите, мне даже достижения дают. Надо запушить. Ноускоп. Ну как, тут не совсем ноускоп, но тут дамаг уменьшен, когда ноускопаешь, типа. Вот. Я немножко приболел, поэтому у меня такой голос, если он изменился, то сори. Реально просто приболел немножко. Да и вообще на прошлом видосе вообще лайки не собрали, на самом деле. Какого-то хера. Я как бы обижен немножко. А, меня чел с дробовика убил, понятно. Понимаю. А, ясно, окей. Понял. Тупо понял. Чел там в ТФ пишет. Ну, просто его назад пустили и все. Сейчас я на реакцию чисто возьму. Четко меня кинули. Понимаю. Ну, блин, тут челики жестко играют, типа, хз. Я челу даже дамага не успел нанести, как он меня сливал. У меня не этот пинг очень большой. Понятно. Блин, реально, давайте соберем 50 лайков, я вас прошу просто. Я раньше никогда так сильно не просил именно 50 лайков, и это трэш немножко. Блин, хз, типа, вы вообще никакой активности под видосами не проявляете, и у хз такое. Тупо настроение падает. Я видосы снимаю, стараюсь, блин, отыскиваю время. А тут так получается. Печально, конечно. Немножко. Это наше. Боже мой. Тихо, шифтим. А, фух. Латаупе убил все-таки, красавчик. Так. Да, кстати, тут вот эти есть такие граффити. Достижения дали. Блин, я не понимаю прикола чувака. Это вот, который тупо с дробовиком пушит. Такое. Так, погнали бомбу ставить, менталочка. Они даже не ожидают, как быстро. Да чувак, хорош, завязывай. А что он надеется? Все, ГГ изи, что говорится. Тащу раунд.
Просто надо фасту рашить и все. Лол. Это не трудно вообще. А, нас запушили опять через задницу. Нормально, чуваки играют просто. Come on, чувак. Что это было? Окей, я тоже беру этот дробовик тогда. Раз уж все с ним играют, я не хуже как бы. Вы можете мне написать, кстати, в ВК, что именно вы хотите. Я, наверное, сегодня буду еще второй видос снимать по Half-Life, ибо дадим второй шанс игре, ибо мне интересно, это вам так игра не понравилась или что? На нафиг. Извиняюсь, меня убили, как ложка. Это, наверное, недолгий видос будет, ибо тут, в принципе, нечего такого снимать. Ой, да еще я приболел немножко. 306 пинг, у меня 7 фрагов. Мне кажется, это нормально. Хз. Блин, реально надо тащить. Это надо брать, что говорится. Я, короче, сейчас, наверное, сразу же выкладываю этот видос. Если вы за час набираете 10 лайков, я... Ладно, 5 лайков давайте, ибо у меня с активом реально сейчас все плохо. 5 лайков за... час, и я сразу выкладываю, сразу начинаю видос следующий снимать. Так что давайте, кто досмотрел до этого момента, надеюсь, хоть кто-то досмотрел до этого момента, да по-любому досмотрели. Это, да, в общем, ставьте лайк обязательно сейчас. 5 лайков какие-то копеечные просто, вы за первые же 10 минут обычно собираете 5 лайков. А я тут вас за час прошу, это вам не трудно, я уверен. Потом давайте. На нафиг. Вот у меня считает очень плохо дамаг. О, я затащил клатч. Да и тем более, когда я болею, ну все, отговорки, все понимаю, но, блин, я когда болею, у меня реакция в разы хуже. Так что сорян, если буду тупить немножко. Давайте еще пару раундов сыграем, ибо я в эту игру уже много наиграл. И от этого, видимо, зависит то, что мне надоедает игра. Да, ну тут по-любому я бы его слил, ибо я быстрее его начал стрелять. Давайте, пацаны, 5 лайков собираем, и все, я рад просто, я счастлив. Просто я сейчас реально в небольшом тильте прибываю. Ибо прям... прям вообще... херово то, что вы лайки, конечно, не собрали, прям убер херово, я бы сказал. Ну что, тащим с пингом 279? Что с пингом вообще происходит? Это меня на сервер Амазонбика, что ли, закинуло, или что, я не понимаю. Ладно. А, это наш, ё-моё. Шо, дядя, меня так пугаешь? Изи клатч с пингом 278. Блин, что с пингом реально? Мне вот интересно. Ну все, я разыгрался потихонечку. Помаленечку раскочегарился, так сказать. Не, не пойду туда. О, мне еще и дамаг нанесли. Ладно. Я успелся закупить новый броник. Давайте запушим, пацаны. Вау! Я думал, я двоих вынес, но это был чел. Совсем другой, а не я. О! Ну ладно. Пофиг. Кстати, Лафуэрт — это мой новый ник именно в играх. На ютубе я не буду менять, ибо вот опыта исконно мой ник, и я его не буду предавать. Так что, Лафуэрт — это просто мой новый ник в играх, и я не знаю, добавлять ли его в описание, ибо я его практически пока что нигде не использую. Ну, чувак, что это было сейчас такое? Он надеялся, что он меня заслышит. Тупенько немножко, ну ладно. Не, ну кстати, тут челики достаточно хорошо играют. Просто я уже слишком ветеранистый чел в этой игре. Реально. Погоди, а, погодите. А, это наш. С
статс. Вроде надо написать, чтобы свою статистику посмотреть. Или как? Статс. Статс. Хау, я спрошу. Так. Вот это плохо еще было. Обидно. Эх, на таком тупом моменте, если честно, слили меня. Ой, давайте, пацаны, тащите. А, ну, у нас остался один чел. Бывает. Лоу, что? О чем они? Что такое со мной? Ладно, не важно. Опа! А почему его не защ... Ну, пинг, ладно, бывает. Главное, не тильтовать, что говорится. Давайте себе прицел сменю, он такой. Что это значит? Ладно, пофиг, не буду фигней страдать. Не буду, так сказать, катку руинить. Я в теме всегда, как бы, ну... Блин, пацаны, реально сорян, что я сейчас болею немножко и снимаю в таком состоянии видос, ибо, ну, реально, хз. Это единственный момент, когда мне прям вообще не лень, и есть время, когда снимать видосы. И не лень, и как бы их хочется даже, я бы сказал, видосы снимать. Ну, конечно, с подписками это вообще отмена какая-то полная, и с лайками тоже. Эх, застрелили меня, пацаны молодые. Шо, пацаны молодые, найс. Ну, уже это как бы, видимо, то, что я болею, у меня мозги поплыли, вот, как бы, бывает. 18.9, КД-2, в принципе, нормально, но что с пингом, вот это меня бесит. Даже нет, не бесит, а напрягает прям. Напряжение не до бешения, так сказать. Увидит ли он? Кринж, боже мой. Что это было? Ладно. Какие же челики. Угарные. Ладно, бывает в жизни огорчение, что говорится. Возьму вот такой вот дробовик. Может, он дамажит побольше будет, ибо я хз вообще. Блин, надо было фларку купить. Ох ты, падаль. А! Это такой тиль сейчас для чувака был. Что он меня тупо 2 хп не дострелял. Так, блин. Трудно закупаться. Давайте фларочку куплю. Ларочку. О, это наш. У меня на основе уже все достижения типа открыты. Обидно. Нереально, я что-то люблю, поэтому скоро будем видос заканчивать. Кстати, да, тут вот этот прекрасный пиксель есть. Которую я люблю всей душой. Конечно же, нет. Ненавижу всей душой, надо сказать. Ну-ка. Я думала, что он меня сейчас сольёт. Прям тупо весь лонг. Видно. Вот она падаль, конечно. Засчитай дамаг. Иногда не засчитывает, тут тупо не засчитывает. А с таким пингом тем более, наверное, процент того, что не засчитает, но он меня вообще любил. Процент того, что он не засчитает, это просто миллион. Предлагайте еще какие игры играть, но я хз, типа. С такой активностью вообще ничего снимать неохота. Если честно. Вообще ничего. Абсолютно. Потому что, ну, это реально какой-то трэш. Когда вы раньше прям быстро все собирали. Сейчас, блин, камон, за 2 или 3 месяца один подписчик подписался. Потом, типа... Типа, я просил на видосе, где мы с Ромычем челлендж устраивали. 425 подписчиков, и я выпускаю новое видео. Вот такое вот условие. Потому что я думал, что оно... Ну, оно вкатило. Ибо у меня там за месяц что-то порядка 6 человек подписалось. Оно достаточно сильно вкатило, но... Я просил до 425, и я типа выпущу новый видос. Но вы даже не собрали.
Ой, извиняюсь, пацаны. Ладно, следующий видос, пацаны, точно будет позитивный, если вы соберете 5 лайков за час. Прошу вас просто. Вот реально, я так обрадуюсь, если вы 5 лайков соберете за час. Просто капец. И по халфе еще один видос сниму, типа. Я дам второй шанс этой игре. Кстати, вот кто досмотрел до этого момента, опять же, пожалуйста, зайдите на видос по халфе, на прошлый. Прошу вас, просто поставьте там лайк, потому что 20 лайков за 3 месяца. Я таких цифр никогда не встречал на своем канале, даже на старом. Ну, нет, на старом-то у меня вообще такие числа, в принципе, не собирались. Но на этом канале я никогда таких чисел маленьких за 3 месяца не встречал. Никогда, реально, пацаны. А, у меня не засчитало по нему. Понятно. Ман, пацаны, не горим, не тильтуем, просто сейчас забить надо. Главное, поставьте лайк, пацаны, прям надо. Чтоб меня хотя бы выдавало в рекомендованные по видосам хотя бы по каким-нибудь. Ну, конечно, это бредово, но меня, кстати, выдвинуло в этом в рекомендованное. Я со второго аккаунта смотрел, типа, сборки ПКС 1.6 год назад где-то. Там я был, типа. Ну, это самый, типа, большой видос у меня на канале, косарь просмотров. Я там был в рекомендованных. Ну, типа, сейчас-то нет, наверное, но по определенным играм я по-любому должен выходить. По Half-Life он должен выходить в рекомендованные, мне кажется. Ибо я один из немногих, который снимает онлайн в Half-Life, мне кажется, а то и единственный. Хотя хз, на самом деле. Там 40 просмотров, это нормальное число, но я вам скажу то, что там лайков не на 40 просмотров, это точно. Ну вот видите, типа, не считает. Я в него 15 патронов садил, не считала вообще половину из них. Даже больше половины. 4 из 15 засчитала, ибо калаш он... Вот, училика тоже по мне не засчитала сейчас. Сори за такое имя, реально, это дичь. Как бы вот. А, давайте еще 2 раунда сыграем, и я заканчивать буду видос, ибо мне еще надо будет второй сейчас записать. По халфле. По халфе. Да, вы поняли, короче. Давайте 5 лайков, реально. Просто наберите 5 лайков на халфе. Точнее, тут 5 лайков. Ну и на халфе тоже. За первый же час, сорян, что слил. Даже извини. А, я не так S написал. Боже, что? Я нажимаю на Y, кого? Ладно, ничего не буду писать. Фух, реально прям поставьте лайк. Прям, пожалуйста. Пожалуйста, пацаны. Я в вас верю тупо. Не считает, блин, это обидно. Это просто обидно. Это, кстати, последний раунд, и я начинаю прощаться. Тихо, шифтим. Ой, я альтабнулся случайно. Против меня жесткий чел, мне кажется, я просру многополучника. Сори. Блин. Ладно, давайте, пацаны. Я сейчас пойду снимать второй видос, я уверен. Собирайте лайки, пацаны. Прошу вас, просто ценой жизни смерти. На этом видосе давайте 50 лайков. Ну, если не получится 50, давайте хотя бы 30. Я хз, типа, я реально в тильте сейчас нахожусь вообще. В лютейшем, я бы сказал. Трипл клин взял, ладно, все, всем спасибо, друзья. Я выхожу с серва. Всем спасибо за просмотр. Всем пока, друзья, ставьте лайк, прошу вас.